Передо мной листы газетные, на них печать суровых лет, слова зовущие, заветные, и грозной битвы жаркий след. Шуршит бумага, чуть колышется, свидетель схваток и засад, а мне сквозь тихий шелест слышится и треск костров, и гром гранат. Мне сердце жгут призывы страстные, вперед, за родину, сыны! Летам минувшим неподвластные, звучат слова, как в дни войны. Сквозь строки видятся пожарища, леса, военная страда, и в нашей памяти товарищи встают, как прежде, как тогда, как в годы ратного содружества, когда с врагом вершили спор. Мы языком борьбы и мужества вели с народом разговор. Ходили в бой с двойным оружием, с пером сроднился автомат, и по всему гремел окружию наш голос правды, как набат. Болотных троп немало пройдено, и стоптан лес во все концы. Храня у сердца слово Родины, по дальним селам шли гонцы. Поправ врага угрозой строгою, они несли газетный лист и не могли закрыть дорогу им ни вой пурги, ни пули свист. Неутомимые, бесстрашные, солдаты партии родной, это для них заря над пашнями и от людей поклон земной.